Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет, ну, можно сказать, DIY. Мы сегодня будем делать своими руками елочные игрушки. Этот способ мне подсказала и показала моя однокурсница Анюта. Вот, и она говорит, давай сделаем мастер-класс для твоих подписчиков. И вообще она занимается елочными игрушками, и она делает эти шары на заказ. Так что, если вам будет интересно, пройдете по ссылке на ее группу ВКонтакте. Я оставлю ссылку под видео, посмотрите. А сейчас приступим. Я покажу вам очень-очень легкие и простые, но очень красивые шары для елки. Для этого нам понадобятся вот такие вот шары. Прозрачные. Где их купить, я, честно говоря, не знаю. Это будет вот такая идея. Я не знаю, где купить эти шары, потому что Аня их где-то покупает. Но сразу могу сказать, что она их покупает оптом. То есть по одному шарику вот так вот не продают. Она их покупает сразу много. То есть нам понадобятся вот такие вот шары. Она мне их прислала. И она прислала мне уже парочку готовых шаров. Смотрите, как это красиво. Здесь у нас натуральные цветы. Да, отражается моя эта штука. В общем, здесь у нас натуральные, не цветы, а листики. Ну да, это цветы. Здесь у нас цветы натуральные. Смотрите, как это красиво. Это очень красиво и очень дорого смотрится. Так что на подарок можно. А туда можно еще сделать живые ромашки, например. Вообще красота, да? Ну и вот пару шариков я покажу, что... А, еще одна ее идея тоже. Мы вот с вами... Как это делается? В общем, я вам покажу, да? Мы снимаем вот эту штучку. В принципе, так уж по большому счету можно использовать и какие-то другие, но может быть, ну, как бы цвета, может быть. Главное, чтобы он был прозрачный, да? Вообще классно, что он именно белый прозрачный. И у нас есть вот такие вот ракушечки, смотрите. Вот такие ракушечки она тоже закупает, это тоже она прислала. Я не знаю, где такое купить. Где-то она закупает. И мы вот сюда добавляем всю эту красоту. Ой! Вот мы наполнили до половинки нашу игрушечку. Блин, как у меня отсвечивает мой этот. Мы заделываем. Именно хорошо, когда до половинки. Мне кажется, она очень красивая. Знаете, как сокровища какие-то нашлись. Мы это туда обратненько засовываем. Красоту эту. Брабены. Вот. И получается такая у нас игрушечка. Правда шикарная? Как сделать так вот, чтобы она не светила, а? Никак. Она будет светить везде, по-любому. Очень красиво. А вот еще я придумала, например, использовать бисер. Сейчас посмотрим. Открываем. Также. Ну, я люблю розовый, поэтому розовый бисер у меня будет. На моей бы елке были бы именно такие. Добавляем. Вот смотрите, что у нас получилось. Ну, бисера мне не хватило, я две пачки сделала сюда. Хорошо было бы, чтобы они прям до половины были, да? Но также идея, сюда можно еще розовый песок из фикс-прайса, например, насыпать, да? Вот он у меня стоит, смотрите, он очень красиво бы смотрелся здесь. Но я не буду высыпать, сейчас все будет в песке. А можно еще тоже я в фикс-прайсе, смотрите, вот такую штучку купила. Вот, кстати, можно попробовать засунуть ее сюда, чтобы как бы дополнить образ, да? И... Смотрите, какая прелесть получилась. На самом деле в шарик можно вообще одной соломки это сделать, и будет очень круто. Ну и так, мне кажется, очень интересненько. Классно. Вообще, я считаю, что в фикс-прайсе, я думаю, много можно найти вещей, которыми украсить вот такой вот пустой шар. Также можно наклеечки разные наклеивать, раскрашивать, рисовать что-то. Ну, в общем, вот, смотрите, какая красота. Сколько прекрасных шаров можно сделать самим. Но с живыми цветами это вообще, конечно, крутец. Даже когда они завянут, то можно засушенные, это типа якибана такая получается.
В общем, кто захочет сделать такие шары, вы знаете, что делать, идея, да, ищите, смотрите, как бы вот такая вот красота. Ну, а кто не хочет ничего делать и хочет сделать какой-то интересный подарок, например, на Новый год или приобрести себе, вы можете пройти по ссылке Канютик, моей однокурсницы, и она делает такие шары под заказ и продает их, так как она покупает эти шары оптом, и у нее много разных интересных идей. Пишите ей. И я думаю, что будет замечательно. В общем, ссылку на Аню я оставлю под видео. Кай. Спасибо, Анюта, за шары. Ты красивая. Все, понравилась идея, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. Совет. А, ну дело идет к Новому году. Не напивайтесь сильно, а то потом 1 января вы будете себя плохо чувствовать. Все, пока.